Что на данный момент вопрос того, чтобы здесь, в нашем Харькове, не было шахраев, он стоит как никогда актуально. Потому что на данный момент новый городской совет, он полностью создан из одних сплошных шахраев. Стоит предприниматель сзади, более 20 лет, он пришел со своими детьми, у него их четверо, 4 ребенка, которые хотят жрать, которых нужно воспитывать, которым нужно давать образование. И вот это ИО хочет отнять все, трусливое, ничтожное, которое обещало сделать успешный Харьков.